Тем временем синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, температурные перепады. Именно поэтому в Брестской области введен запрет выхода на лед. Решение принято в целях безопасности граждан. В первую очередь рыбаков. Для предотвращения ЧП на водоемах пройдут совместные рейды. Подразделение МЧС совместно с представителями общества спасения на водах, а также органов внутренних дел проводят массовую разъяснительную работу на водоемах с рыбаками, объясняют правила безопасности на воде. Мы обращаем особое внимание родителей на тот факт, что ни в коем случае нельзя детей без присмотра отпускать на лед. Завтра профилактические мероприятия пройдут в Бресте, на Грибном канале и на берегу реки Муховец. За прошлый год на водоемах региона спасено 45 человек.